А ты посмотрел мой обзор, сделанный в России заточной системы профиль? Ура, Новый год через 3 дня! Делаем снежного ангела! А, стоп, мы ж в Техасе! Разрушительное ранчо. Перевод и озвучка Зёбры. Надпись «Реактивные стальные мишени». Привет, Мэтт. Надеюсь, тебе понравится наша новая модель мишени. В нее можно стрелять прямо из коробки. С Рождеством, Хилан Мэг. Прямо из коробки? Это будет лучшая распаковка в мире. Перезарядим? Ты чё, вечно стрелять собрался? Стопудово, долго придется. Так, пришлось подняться чуток повыше. Еще магазинчик. Кажется, осталось только бока отстрелить. Пойдем смотреть. Это у нас пистолетная мишень от Hillen Mac Gunworks. Прислали мне ее, приятно, спасибо. И, видимо, и впрямь можно ее расстрелять из коробки, как они и написали. Попробую ее достать. Это, кажется, обычная реактивка. Сюда ножку. Ну вот она, сталька AR-500. Класс до 44-го магнума. Для оружейных у них тоже есть. Для стрельбы оружейными патронами. И да, пластинка, видимо, крепкая, мы по ней еще постреляем и убедимся, что она соответствует рекламе. Мишени эти смотрят чуть вниз, так что при попадании все фрагменты пуль уходят вниз, а не в тебя. Спасибо за просмотр, и до встречи! Карате тоже можно попрактиковать.